Участники, прежде всего, хочу поздравить вас с этим замечательным началом этого замечательного турнира, очень широкого диапазона, возрастного прежде всего. То есть здесь участвуют шахматные профессионалы, так скажем, гроссмейстеры и шахматные любители. И каким-то образом, благодаря системе Васюкова Евгения Андреевича, они каким-то относительным образом уравниваются, то есть по времени уравниваются. Те, кто очень сильные шахматисты, они получают меньше времени, а кто в ранге любителей, они получают много времени. Это достаточно интересно и хорошо. В принципе, мы играем по правилам быстрых шахмат. Почему я это говорю? Это говорю к тому, что если человек делает вдруг невозможный ход, то ему сразу поражение ставить не будем. Мы добавляем его сопернику 2 минуты и продолжаете еще так 2 раза. И только на третий раз, если он, конечно, делает опять невозможный ход, тогда ему ставится поражение. Кроме того, еще тогда отменим следующий момент. Я думаю, что это очень редко встречается.